Национальный доклад о труде предлагают ввести в стране ученые одного из университетов Астаны. Этот документ должен выражать государственную политику в области труда. Он будет содержать детальный анализ текущего состояния сферы трудовых отношений и соблюдения трудового законодательства. Это будет единый консолидированный документ ключевых социальных партнеров страны – правительства, работодателей и работников лице профсоюзов. Так общество будет знать реальную картину на рынке труда. Национальный доклад должен стать главным источником для принятия решений в трудовой сфере и совершенствования законодательства. Каждые 3 года его будут предоставлять главе государства на рассмотрение. Основные предложения были озвучены в проектном офисе Сената парламента. И мы полагаем, что по итогам сегодняшнего совещания будет принято решение о том, что депутаты в порядке законодательной инициативы примут в работу этот законопроект, и уже дальше он будет отрабатываться в установленном порядке, процедурах парламента, обсуждаться в широком таком вот ключе с привлечением всех заинтересованных сторон.